В России стартовала программа по льготному переводу автомобилей на природный газ. Она затронет 23 региона страны, где наиболее развита сеть газозаправочных станций. Сообщается, что государство оплатит до 66% от стоимости переоборудования, а «Газпром» дополнительно компенсирует автовладельцу еще 30%. Но это вовсе не значит, что хозяину машины придется доплатить лишь оставшиеся 4%. В документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, есть важная оговорка. Так государство оплачивает до 2/3 от суммы, но не более 27 тысяч рублей для легкового автомобиля массой до 1800 килограммов. Для справки отметим, что установка ГБО сегодня стоит от 85 тысяч рублей. Во столько обойдутся затраты на оборудование и установку. При этом компенсацию от государства автомобилист получит уже постфактум, то есть после установки газового комплекта и его регистрации через ГИБДД. Те 30%, которые «Газпром» обещает компенсировать через дочернюю компанию «Газпром газомоторное топливо», тоже придут с условиями. Чтобы получить компенсацию, необходимо наклеить на кузов логотип топливного бренда «Экогэс». Взамен хозяин машины получит не деньги, а топливную карту. На бонусный счет может быть начислено до 48 тысяч баллов, где 1 балл равен 1 рублю. Этими бонусами разрешается оплатить половину стоимости топлива. ГИБДД объявила войну автомобилям, зарегистрированным за пределами России. В первую волну преследований попали машины с номерами Армении. По некоторым данным, сегодня не менее 200 тысяч человек используют автомобили на армянском учете. Как объясняет госавтоинспекция, управлять таким автомобилем может только гражданин, зарегистрированный за пределами России, а точнее, в одной из стран-участниц Евразийского союза. Если же за рулем находится россиянин, это грозит штрафом от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении – уже 5000-ным штрафом или лишением водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. Кроме того, гражданин России обязан за 10 дней поставить автомобиль на учет ГИБДД. Срок отсчитывается на основании паспорта транспортного средства, выданного таможней.